сказать, что медицина – это, наверное, самая главная, самая важная отрасль в нашем городе. И, наверное, именно от медицины зависит все остальное. Ну, мы все знаем, что человек и его здоровье – это главная ценность нашего общества и нашего государства. Мы сейчас живем в эпоху перемен, и возглавить здравоохранение на фоне реформ – это очень сложная задача, очень трудная. Вот, но нам предстоит, как уже сказал Сергей Анатольевич, решать большие вопросы по реформированию первичного уровня оказания медицинской помощи уже в этом году, по реформированию вторичного уровня оказания медицинской помощи в ближайшие 2 года, по созданию госпитального округа. И я очень надеюсь и хочу приложить все усилия для того, чтобы мы не провалили эту реформу, провели ее с минимальными потерями и, главное, во благо нашего населения города. Очень рассчитываю на команду здравоохранения, с которой я уже работаю, на все медицинское общество города Мелитополя, которое, надеюсь, активно будет участвовать в реформировании и строить новое здравоохранение, и на безграничную поддержку городской власти.